Травма в цирке. В Пологовском районе в цирке Шапито пострадал ребенок. Подозревается перелом позвоночника. С таким заявлением обратилась в прокуратуру района его мать. Как выяснилось в ходе проверки, 9-летний мальчик ушиб копчик, упав со скамейки. Цирк уехал, администрация заплатит штраф. Проверка продолжается. Цирк немедленно уехал. В отношении директор и заместитель цирка привлечены к административной ответственности. Проверка продолжается. Ее ход на контроле прокуратуры Запорожской области. И хочу отметить, что мама мальчика позвонила в прокуратуру и попросила прекратить проверку и выразила благодарность за быструю реакцию надзорного органа.